Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. И наконец-то, если вы смотрите это видео, значит чудо свершилось, я его довязала. Хотя, девчонки, никому не пожелаю, если честно. Но я раз обещала, я такой человек, раз я обещала, я должна это любой ценой сделать. А выводы делайте вы уже, вязать вам или не вязать. Свое мнение я в конце видео обязательно выскажу. И на протяжении всего видео, кстати, тоже буду высказывать свое мнение. Там мнения очень много по поводу практически каждого участка. Поэтому все в видео, девчонки. И давайте мы начнем. Начнем мы сначала с ниток. Вот, кстати, вы уже, кто видел уже эти нитки, тот видел. Значит, вязала я вот этим вот цветом, но не снимала само начало, потому что снимала в процессе, потому что 45 раз распускала. И при том же я вяжу, допустим, одну часть провязала, разутюжила, посмотрела размеры. Дальше вяжу, дальше разутюживаю участок, распускаю, опять этими же нитками вяжу, разутюживаю, распускаю. Ну, в общем, девчонки, веселуха была. Ладно, давайте начнем. Спицы 3,5 миллиметра. Пряжа у меня ушло почти килограмм, но если быть точной, вот здесь вот напишу, взвешу уже готовую вещь. Вам напишу точный размер. Значит, вот эта пряжа, которую я показывала в обзоре, моя чешская, если подробнее по ссылочке в описании, всего около 950 граммов. 80% шерсть, 20% акрил. Метраж 100 грамм, 147 метров, толстый нит. Первым делом давайте будем разбираться с узорами. Для образца я наберу 30 петель. Теперь, что я делаю далее? Далее я, мне нужно, сначала у нас там резинка, да, и вот эту планку я вязала от начала, поэтому планка у меня, вот, 9 петель, здесь и здесь, это мы уже потом будем рассчитывать, в общем, планка 9 петель, планка у нас цельно вязаная, считаем вместе с лицевыми, с кромочной петлей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь вот наша планка 9 петель. Далее мы вяжем резинкой 2 на 2. 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. Так до конца ряда. Изнаночный ряд по узору. Провязали мы 2 ряда. Вот смотрите, теперь эти 9 петель планки мы в каждом лицевом ряду делаем, меняем как бы с лицевой глади на изнаночную гладь. То есть сейчас мы их провязываем изнаночными. Вот эти 8 петель и кромочная, 9 петель планки. Далее продолжаем резинкой. Изнаночный ряд по узору. Так, вот смотрите, видите? Лицевая, изнаночная гладь по 2 ряда. И так далее чередуем. То есть это и есть наша планка. Таким вот образом мы ее вяжем. Сейчас я ее вяжу лицевыми петлями. С резинкой тоже 2 на 2 мы разобрались. То есть начало у нас будет планка, резинка, планка. Далее переходим. Коса у нас из 12 петель. И по бокам от косы 2 изнаночные петли. И 2 изнаночные. Теперь 12 лицевых косы. И 2 изнаночные. Остальные петли лицевые, это наша лицевая гладь, которая находится между косами. Лицевой ряд, лицевые петли, изнаночный ряд, изнаночные петли.
Для образца можете набрать больше петель, если вам неудобно будет рассчитать эту изнаночную гладь. Вот они, изнаночные петли. Далее, как лежат петли, изнаночный ряд. Так, вяжем еще два ряда по узору. Ну вот только в планке мы меняем, в каждом лицевом ряду меняем, а далее вяжем еще два ряда по узору. Провязали еще два ряда. Теперь следующий ряд. Я вам покажу, как делать петлю. Первую петлю снимаем, 3 провязываю, четвертую, пятую и четвертую продеваю через пятую, шестую провязываю лицевой, продеваю ее, через нее эту петлю. В общем, проделала я 2 петли. Вяжу по узору. Теперь коса, девчонки. У нас 12 петель. Перебросы у нас по 4 петли. Я 4 снимаю. 4. Оставляю вязание, дополнительную спицу за вязанием. Провязываю 4 петли из основной спицы. И далее провязываю 4 петли с дополнительной спицы. Так. И оставшиеся 4 петли. Далее продолжаем по узору. Изнаночный ряд тоже по узору до планки. Там нам нужно доделать петлю. И когда мы дошли на планке до петли, делаем 2 воздушные петли, чтобы ее восстановить. Далее мы их эти петли вяжем до конца ряда. Далее мы их просто ввязываем в вязание. Теперь мы вяжем. Вот так вот мы делаем все петли. Это я показала, как я делала петли. Если у вас есть какой-то способ, известен вам другой, можете пользоваться любым способом для петель. Так, вот теперь я после косы вяжу еще 4 ряда. Вот сейчас, начиная с этого ряда, 4 ряда вяжу. И далее буду делать следующий переброс. Здесь все я вяжу по узору, а здесь меняю в каждом лицевом ряду. Так. Вот, теперь пришло время делать следующий переброс. И сейчас я вам его покажу. Всего их как бы 2 у нас. Один налево, один направо. То есть чередуем. Теперь мы в предыдущем мы провязывали последние 4 петли. Теперь мы провязываем первые 4 петли. 4. Берем вспомогательную спицу, переснимаем 4 петли. И провязываем, оставляем перед работой, провязываем 4 петли с основной спицы. Теперь 4 петли со вспомогательной спицы. Далее по узору. Все, весь узор, девчонки, в принципе, ничего сложного. Далее продолжаем какое-то время. Ну, я бы рекомендовала еще 2. И потом влажно-тепловая обработка вашим способом. Вот, девчонки, с этим образцом вы делаете то, что вы пробуете его обработать, разутюжить, постирать, разложить. То есть вам нужна плотность вязания в готовом виде, потому что вот с этого момента очень многое зависит. Здесь у нас 164 сантиметра и дано количество петель. Я вязала, как бы проверяла эту схему. К сожалению, я взяла тоньше спицы, что не надо было делать. Надо было брать, вот как я вам показала, 4,5 миллиметра. Поэтому сейчас исправляю свою ошибку так, чтобы у вас получилось вот эти 164. Далее, то есть этим образцом вы перепроверяете сантиметры, количество набранных. Так, петель, вот если брать эти расчеты, 240 петель.
всего. И должно у вас получиться, по идее, 164 сантиметра ширина. По идее, вот если вязать теми нитками и той плотностью, что я вам говорила, вот должно получиться такое число. У меня получилось 150 сантиметров только потому, что я вязала спицами 3,5 миллиметра. Они тонкие, девчонки, и тем более на эту пряжу они тонкие. Это была моя ошибка, я ее озвучиваю. Далее, второй вопрос. Теперь разделение петель рассказываю вам. Вы вяжете, вот, сначала набираете эти 240 петель, 9 петель и 9 петель. Вот, 9 петель и 9, в начале и в конце по 9. Остальные петли резинка 2 на 2, которую мы вяжем. 8 рядов, 8 рядов мы вяжем резинкой, а потом переходим, да, на основное вязание, то есть на косы. Далее объясняю. Планка у нас остается планкой 9 сантиметров в начале и в конце, по 16 петель косы. Почему 16? Потому что коса 12 петель и по 2 изнаночные между ними. Далее вот эти вот сектора чулочной вязки. 54 петли, 50 и 54. И теперь очень важный момент, девчонки, коррекция. Зачем нам нужен еще этот образец, сохраняйте, потому что если вы не будете обрабатывать сразу, либо обрабатываете сразу, он нам нужен будет в конце, вот именно при расчете вот этих вот мест, потому что у нас здесь сокращение, и мы уже по готовому образцу можем высчитать именно высоту размещения рукава. Вот это очень сложно. Здесь я, конечно, застопорилась очень серьезно. Вот сейчас вы вяжете ровно до момента рукава. Еще один нюанс. Вот сделала точно так же, как и здесь. Через 22 сантиметра начала делать на правой полочке дырки. И дырки я делала, вот они, видите? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ну, то есть через 26 рядов я делала дырочки, девчонки. Вы распределить дырки можете по-своему. Это вот у меня, кстати, разутюженная. Видишь, видите, как оно выглядит? Выглядит очень красиво на самом деле, но, ну вот, вот что-то пошло не так. Я не знаю, то ли это не моя вещь, понимаете? То ли... Не знаю, что мне не понравилось, но, в общем, сейчас, на данном этапе... А, еще, по поводу размера. Если вам нужно больше, вот 164, да, вы больше... Этот размер, вот, 164, 150 у меня получается на мою дочку, это S, 164 это будет на размеры ML, вот примерно, я так прикидываю, судя по тому, что я измерила, перемерила и посмотрела, что у меня получается. Это исходя только из этого, мои как бы выводы. Далее, девчонки, если вам нужно больше, вам нужно добавлять петли вот именно в этих местах равномерно, в местах платочной глади. То есть, если вы обязательно нужно уметь, новички, не вяжите эту вещь, запутайтесь. И голова разболится, вяжите что-то попроще. Вот. Но если вам нужно набрать петель больше, распределяйте равномерно по вот этим трем секторам эти петли. То есть вы посчитали по плотности вязания, сколько вам нужно петель, допустим, на ваши 180 сантиметров. И вот если у вас, допустим, по вашей плотности выходит, там, допустим, 270 петель, вам надо добавить 30 петель. То есть вы добавляете 10 сюда, 10 сюда и 10 сюда. Равномерно везде, чтобы не потерять саму форму, саму конструкцию. Вот. То есть вы набрали петли, вяжете до рукава ровно. Я разглаживала, потому что мне нужно было знать длину в готовом виде. Но если вы, у вас образец, и вы можете посчитать по рядам, вот, вам не обязательно сразу мочить, разглаживать, вы просто это все просчитаете по образцу. Итак, вот смотрите, я в длину уже прям даже разутюжила вот эту деталь, чтобы у меня было четких 60 сантиметров, но это опять же... Вот у меня 60 здесь. Это опять же индивидуально, девчоночки. Теперь будем разделять. Далее мы вяжем все
делим наше вязание на три части. Первая часть, вот здесь я даже не считаю, то есть только в лицевой глади я буду считать эти петли, которые я разделяю. Здесь же я вяжу по узору. Вот, я подобралась к чулочной глади. Теперь я провязываю 20 петель. Теперь одеваю маркер и отделю вот эту часть петель, которая вяжется платочными петлями. Раз. Так, я сейчас проверила, совпадает ли количество петель. Все совпадает, значит, далее у меня 5 петель платочной гладью. Раз, два, три, четыре. И последняя тоже лицевой, кромочную мы будем провязывать лицевой здесь, исходя из образца нашего. Теперь вот эти вот 4 петли я провязываю лицевыми и далее вяжу изнаночными. Вот это наше отверстие будущее, то есть вот эти петли у нас платочная гладь, 5 петель. Все остальное по узору продолжаем наше вязание в высоту, только вот эту вот часть. Так, девчонки, провязала я 20 сантиметров. Как, если разутюжу, там по схеме у нас 22. В общем, после разутюжки, я считаю, будет 22. Вот. Далее я эту часть оставляю и вязать буду среднюю часть. То же самое, девчонки, начинаем мы с 5 петель, которые мы так первую петлю, и сейчас я провяжу, далее уже буду снимать. 2 3 4 5, отделяю 5 петель платочной вязки. Теперь 24 должно быть по схеме. Двадцать один, 22 23, 24. Далее у меня идет коса и средняя часть лицевой глади, которую мы вяжем по узору до следующей косы. Так, вот, видите, я провязала центральную часть, вторую косу. И теперь отсюда, из этой второго отрезка лицевой глади, я провязываю 24 петли. Теперь снова одеваю маркер и провязываю 5 петель лицевыми, которые будут платочной гладью. Поворачиваем и так вяжем вот эту центральную часть, при этом по краям у нас будет по 5 петель платочной глади. Так, девчульки, вот смотрите. Значит, у меня вот эта первая часть провязана, видите, средняя часть провязана, вот она уже 22 сантиметра. Так вам, ну как бы так сделать, чтобы вам виднее было. Вот она средняя часть, здесь уже они у меня обе на одной спице. И третью часть я тоже провязала, ту часть, которая у меня осталась. Я провязала точно так же, как первую часть, только в зеркальном отображении. То есть вот 5 петель, вот эта вот планочка, лицевые петли, остаток, 20 их там, коса, планка. Вот. И тоже количество рядов. Сейчас я это все дело соединяю в одно вязание. То есть вот сюда присоединяю последнюю, третью часть и снова вяжу
цельным полотном все. Вот оно у меня. Точно так же, как и в начале. То полотно, которое мы разделили, здесь вот уже мы будем вязать эти петли лицевой гладью. То есть вот, по сути, возвращаемся к тому, с чего мы начинали. Так, вот, если, девчонки, смотреть на схему, здесь все видно, видите, вот 10 петель, это у нас наша платочная вязка, отверстие на рукав, 24 петли, 20 петель, здесь точно так же. Вот наше разделение на эти детали, которые я показала, вот здесь вот есть отверстие, то есть эту часть и вот эту вот мы вяжем отдельно. Так, 60 сантиметров, вот я взяла отсюда. Здесь теперь внимание, девчонки, вот здесь вот как бы 22 сантиметра наше отверстие, да? Это посмотрите внимательно, где у меня был большой ступор. Видите? Вот эта линия, где мы соединили эти детали. И наши убавления идут сразу же от вот этой линии. Что я и сделала. Я их разбила на равномерное там количество, не все я закрывала в лицевом ряду, как бы, как реглан. Немножко удлиненный реглан я сделала, ну и распустила все. Почему? Потому что закрывать нужно чуть выше. Ну, то есть я сделала все, как здесь, вот здесь 23 сантиметра до горловины, начала 5 сантиметров провязала, начала закрывать. Не катит, потому что руки на фотографии в оригинале, они действительно почему-то выше, эти отверстия, но примерила я на себя и на манекен, и крутила, и вертела, и думала, и вот ну никак оно не получается. В общем, рука, вот это отверстие должно быть находиться на талии. То есть ни в коем случае не выше талии. То есть вот здесь вот должна быть линия талии, чтобы вы свободно эта рука у вас держала сумку, да, как бы чтобы она двигалась. Потому что если у вас талия вот здесь, вот представьте, бедные эти руки. Вот первый нюанс, вернее, очередной нюанс. Далее, что еще хочу сказать. Пока не знаю, озвучу, пока это на данном этапе. Но очень неудобно расположены дырки. Ты как младенец в пеленочке. Мне кажется, их нужно подвинуть вот сюда, вот. Вот, примерно здесь. Вот, то есть 10 петель лицевых оставить, а здесь расположить этот вход как бы в рукав. Но это мое мнение пока. На данном этапе, в конце я вам точно скажу, когда уже будет сборка, буду точно знать. Теперь... Что касается вот этой вот части высоты, это вы тоже должны определить. Вот если у нас в середине талия, вот с этой точки до верху, у вас должна быть вот этот отрезок, это высота от плеча до талии. Вот он. И вот здесь, вот в этом моменте, вы начинаете считать, сколько рядов вам нужно провязать, как бы, чтобы получить вот эту вот высоту по плотности. Здесь только по плотности вычисляете. Когда вы вычислили количество рядов, которые вам нужно провязать, чтобы оказаться вот в этой вот точке, вы от этого количества отнимаете вот эту часть. Потом из расчета, что петли, вот допустим, я беру на вот эту часть, у вас 54 петли здесь. И в конце у меня здесь осталось 8. То есть я не до конца, вот не до конца закрыла, потому что у нас там практически не остается горловины. Это вообще бред сумасшедшего, вот этот вот расчерченное. То есть здесь у меня остается 8 петель, 54 минус 8, это 46 петель. И эти 46 петель вам нужно сократить. Одна петля — это один ряд, потому что мы делаем сокращение с обеих сторон по одной петле, в изнаночном мы не сокращаем, поэтому... Классический реглан, то есть лицевой ряд здесь 2 вместе, здесь 2 вместе. И пошли сокращать, осталось 8 петель. То есть вам нужно сократить 46 петель из 54. А 46 петель — это 46 рядов. Вот.
И из полученных количества рядов вы отнимаете вот это количество, которое у вас уже ушло на дырку, и это количество которое, рядов, которое вам нужно сократить. И вот эту вот часть вы вяжете ровно от рукава до момента сокращения. Вот у меня, так, у меня до сокращения вот здесь вот провязано, вот оно, чтобы вы понимали, видите, ровно я до сокращения от вот этой дырки рукава. Ой, опять камера моя не хочет снимать. Ну, в общем, здесь у меня 18 сантиметров. Это уже последнее видео я снимаю, девчонки, на эту камеру. Потерпите. Уже купила, но нету времени разобраться. Купила уже новую. Вот, разберу после этого видео. Следующее платье уже будет на новую камеру. Так что потерпите немножечко. Так, видите, что она мне делает? То фокусируется, то вообще прыгает. Этот участок мы, я, это у меня он 18 сантиметров ровно. И отсюда пошли сокращения. Здесь 8 сантиметров, я счит, ой, 8 петель осталось. Я считаю для всех. Вот здесь вот. Вот здесь вот. А здесь 4, здесь 4, а здесь 8. Но если у вас больше количество петель, девчонки, все равно вы довязываете до вот этого, до 8 и до 4 петель. То есть это не важно, сколько у вас, 54, 64 или 74. Вы просто вяжете до того, учитываете то, что вам нужно сократить все ваши петли, пока не останется 8. Вот, надеюсь, я доступно объяснила. И в любом случае, чтобы талия у вас приходилась вот на эту точку, чтобы локоть, как бы локоть у нас обычно находится на талии, чтобы свободно здесь у нас двигался локоть, потому что если дырка будет выше, очень неудобно будет доставать эту руку, и она не свободно будет двигаться. Вот мой вывод. Но это вы должны сделать вот этот вот расчет вот этой величины. Потом уже исходя из этого расчета вы высчитываете горловину, чтобы горловина у вас, горловина начинается в том, когда у нас остается провязать до конца 18 рядов. Вот это наш скос на горловину, это 18 рядов. То есть вот вы рассчитали эту величину, вяжете, вот, допустим, просчитали, что вам нужно от этой точки сюда 60 рядов. Это я образно, как пример говорю. 60 рядов вы отнимаете 18 и вяжете 42 ряда и начинаете делать горловину. Так, здесь у нас идут сокращения, вот когда вы определили свою ровную часть. Вы вяжете ровно, далее у вас идут сокращения. Вот. Это все дело будет выглядеть немного по-другому. Ну, не важно. Вот здесь вот далее идет сокращение, как у реглана, в каждом лицевом ряду. В начале и в конце вот этой полосы чулочной глади мы делаем сокращение. Здесь, здесь и здесь. Сейчас я вам покажу. В каждой из трех этих частей мы делаем сокращение в начале и в конце. Обычный классический реглан. Коса у нас регланная линия. Вот. И сокращаем до момента, и сокращаем до момента горловины. Теперь мы делаем горловину нашу. Для горловины закрываем сначала петли планки. Одиннадцать петель закрываем и вяжу до конца ряда по узору. Так, вот довязала я до конца лицевой ряд, теперь в изнаночном ряду я тоже закрываю 11 петель и продолжаю вязать, и при этом так 11. Далее я вяжу ряд по узору до конца, потом в каждом ряду я делаю вот такие вот сокращения. Сокращения и в лицевом, и в изнаночном ряду, так как у нас вот две полочки. Значит, первое, что я провязала, это 11 петель, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 2,
3 раза по 2 петли и 4 раза по 1 петле. Вот все мои сокращения. Здесь точно так же. Все петли мы закрываем и разутюживаем полотно. Стираем, разутюживаем. В общем, все оставшиеся петли я закрываю. Вот она моя горловина. Я сейчас сложу вдвое и вам покажу. Или нет, я вам покажу вот так вот, как она выглядит. Смотрите, вот то, что я вам говорила, здесь осталось по 8 петель. А здесь 4 петли. То есть, если бы их не было, горловинка у нас была бы вот такая вот. Что я не хочу, потому что это слишком мало. Следующим этапом у нас идет капюшон. Капюшон, вот уже моя схема нарисованная. Набираем всего 25 петель. 25 петель. Это 9 петель. Вот они, наша резинка. 2 петли изнаночные, 12 петель коса и 2 петли, 1 изнаночная, 1 кромочная. Здесь я кромочные как бы у меня уходят в узор, точно так же и здесь. Ширина, это уже я разутюживала, девчонки, 12 сантиметров, длина 90 сантиметров. Но я хочу такой прям капюшон, знаете, такой, который объемный, красивый, декоративный, весь такой, как у красной шапочки. Далее, вот 90 петель я провязала, теперь я петли закрываю, вот эти вот все, и буду набирать петли вот здесь вот, по вот этому краю, мы будем набирать петли для самого капюшона, и вязать там пятку, огромную пятку будем вязать сейчас. Так, вот последнюю петлю я оставляю на спицах, она мне еще понадобится. Теперь набираем петли. Так, теперь внимательно, девчонки, набираем из одной кромочной, вытаскиваем одну петлю, из следующей вытаскиваем две. То есть одну я делаю из передней стенки кромочной, и вторую я делаю как бы под обе стеночки кромочной. Следующая. Одна петля, то есть чередуем. Из одной кромочной мы вывязываем одну петлю, из следующей кромочной мы вывязываем две петли. Если из каждой вывязывать две, будет много, если вывязывать одну, будет мало. Поэтому вот таким вот образом я набираю по всей длине, по всем вот по всей длине я набираю эти петли и вяжу чулочной гладью, лицевой ряд лицевыми, изнаночный ряд изнаночными. Так, мои хорошие, смотрим, провязала я набрала, начнем с этого. Получилось у меня вот вдоль всего капюшон, по кругу, по всему капюшону, получилось у меня 150 петель. Провязала я в сантиметрах, сейчас скажу. Сантиметрах у меня 10 сантиметров, но это еще не разутюжена, вот эта вот часть еще предстоит разутюжка, поэтому будет больше. Далее, что я сделала, распределила таким вот образом. Если у вас будет другое количество петель, ничего страшного, вы считаете среднее 30 петель и остальное количество равномерно распределите по бокам. И теперь мы будем вязать классическую пятку, то есть вяжем центральную часть, отсюда забираем по одной петле в конце каждого ряда. То есть эти боковые части 60 петель у нас будут сокращаться постепенно. Вот здесь вот маркер в принципе уже и не нужен, потому что оно потом будет видно. Вот 30 и 31 петлю я вяжу 2 вместе, точно так же здесь, и продолжаю мое вязание пяткой. Так, довязала я вот до конца, когда я сократила все петли. Перевязывать не буду, девчонки, но скажу свое мнение. Видите, получается как бы много здесь петель. Я, конечно, вернее, много рядов. Видите, как оно заворачивается. Я, конечно же, это по мере возможности исправлю утюгом и придам форму этому капюшону. Я его оставлю, но вам, девчонки, советую вот эту вот часть вязать отдельно, просто закрыть эти боковые 60 и 60 в моем случае. Сейчас я вам покажу на схеме. Вот она,
закрыть эти петли, закрыть эти, средние 30 вязать, вот сколько здесь сантиметров, сколько сантиметров, и провязать высоту, чтобы потом вы вот это вот сшили и не было вот этого, видите, как у меня. Но я это уже оставлю, уже нет моих сил это переделывать. Это говорю я вам, чтобы вы сделали так. Сейчас я вот эти вот петли закрою, исправлю все свои недочеты утюгом. Вы их просто не будете делать, у вас все будет очень даже хорошо. Поэтому и говорила в начале, смотрите все видео, очень-очень много нюансов. Вот он мой капюшон не разутюженный, еще я его разутюжу, но уже эти моменты показывать не буду, девчонки. Я больше чем уверена, что новички эту вещь вязать не будут. И вы на этом этапе вы справитесь сами. Вот центр нам нужно совместить с этой центральной частью капюшона. Вот. И здесь, вот видите, все прекрасно у нас совпадает. Разутюживаем, сшиваем капюшон, пришиваем пуговицы. Показывать этого ничего я не буду. Ну что, девчонки, вот и итог. Я вам показываю, что у меня получилось. Что я должна сказать? При всех моих неудачах, расстройствах и переделках получилось очень шикарная вещь, вот правда. Я думаю, вы это признаете. Итог мне нравится. Я вам покажу это все дело на себе и на дочери. То есть размер действительно у меня получился меньше на S, ну, на самый маленький. Вот на дочка у меня худенькая, я полнее. Вот, видите, красиво получилось, действительно получилось красиво, девчонки, но нужно заморочиться, так что я думаю, я вам помогла этим видео, немножечко все разъяснила, объяснила, как корректировать, вот, что хочу сказать. Кто хотел, вяжите. А я еще хочу сказать, знаете что, девчонки, вот эту модель, я ее связала, но носить ни я, ни дочь не будет. Поэтому я ее хочу продать. Кто начинающий, возможно, кто-то и купит. Я ее выставлю в Инстаграме, если есть возможность или есть у вас кому предложить. Дайте людям ссылочку. Потому что мне жалко. Ну куда? Я ее связала, потому что вы хотели. А жалко, может, кому-то вещь принесет радость, доставит удовольствие и будет служить. Цену я ломить не буду, только от стоимость нитки, ниток, стоимость пряжи, пересылка, да и хватит, вот. Главное, чтобы эта вещь попала человеку, которому она будет нужна, вот так вот. Ну все, девчонки, я с вами прощаюсь, с вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.